Немного настораживает эта надпись. Ну, как бы не безосновательно, потому что, если приглядеться, то как раз видно, на чем вот это все держится. Там местами уже были обвалы. Внизу видны камни. Но вот эта вот стена продолжает укреплять конструкцию. Не хочу даже дышать в ее сторону. Ну, кстати, обрати внимание, здесь видишь белая стрелка. Типа белая стрелка, наверное, на выход обозначает, а голубая это типа вход туда. Вот. Здесь одна, а здесь вторая. Вот это видишь перечеркнуто белым? Если голубая типа вход, это выход, может это значит, что дальше входа нет, но я чисто так предполагаю. Пойдем посмотрим. Ага, нифига, там дальше есть какой-то вход. Давай камеру дальше посмотрим. Да, здесь, конечно, тоже обвалы. Нередкое явление было. Если приглядеться, то по полу тянется черная нитка. Видимо, кто-то сюда, когда заходил раньше, оставил для себя как ориентир, потому что реально заблудиться очень легко. Вот я иду. Здесь нитка обрывается. Итак, что у нас дальше? А ну-ка, сзади. Сзади вот проход остался. Так. Спереди вроде куда-то есть. И слева, и справа. О, вот тебе и перекресток. Угу. Хорошо. Там дальше я наблюдаю обвал полностью входа. Пойдем сюда посмотрим. Так, нитка начинает продолжаться. Справа полуприсыпанный, обваленный тоже проход. Есть возможность где-то там пробраться. Ого. Дальше. Ого. Дальше продолжается. Я постараюсь сейчас передать всю цветовую гамму. Вот так вот. Вот. Там дальше склоны, своды. Но все находится в таком ветхом состоянии, что задерживаться здесь долго вообще нет никакого желания. Поэтому идем на выход. В общем, дальше без экипировки лезть вообще нету смысла. Идем посмотрим, что еще осталось. Не знаю, где-то вон он летает. Вон она полетела, сейчас на нас вылетит. Видишь, летучая мышь. О, есть свет. Может, у них тут целое гнездо где-то есть. Может. Она ж не может тут одна жить. Угу.
Я сейчас ее на тебя буду гнать. Погоди. В смысле? Да я хочу и снять, вон она в углу сидит. Крупным планом. Есть, погоди. Да, блядь. Эй, Бэтмен. Бэтмен. Угу. Ты знаешь, встретить в катакомбах летучую мышь, это тоже довольно-таки интересно. Напугаю. Ладно, идем, не будем ее напрягать дальше. Здесь такая тупиковая комната. Тоже периодически обсыпалась. Трещина идет по потолку и просачивается сверху земля. То есть трещина до самого верха. Два пласта откалываются друг от друга. Надо выходить. Пойдем. Посмотри сразу, какой зал именно открывается. Видишь? Там шли, потолок упирался в голову, а здесь именно, смотри, как поднялся. Ну, поднялся он за счет того, что он осыпался постоянно. Идем. В общем, выбрались мы из тех туннелей, перешли в такой более просторный и комфортный зал, скажем так, этой гостиницы. Вот. Сейчас найдем хорошее место и протестируем наше время и носимый запас еды, который мы с собой взяли. Пойдем. Зайди, посмотри, что здесь осталось. Тут именно, знаешь, остатки старого интерьера. Видишь? То есть для того, чтобы людям обустроить свой быт как-то, они, видишь, сделали потолок. То есть это было, по сути, обвалившаяся глыба. Сюда были вот вставлены бревна. Сверху было все устелено камышом, перемазано глиной. Снизу тоже было, все было побелено. Тут какие-то, какие-никакие были окна. То есть это было такое доступное жилье для коренных одесситов еще тех, скажем, столетия того. Тут тоже было окно когда-то. Здесь, я не знаю, видишь, гидроизоляция для того, чтобы сырость не питала. На этих фарфоровых керамических чашках была наружная электрическая проводка для освещения. То есть электричество уже было. Там какой-то непонятный сейф. Не знаю даже, что это. Можешь посмотреть поближе. Может, это воздухоотвод примитивный. Можем где-то здесь попробовать обустроиться. На подоконнике, например. Слышал? Сыпется. Короче, поменяли мы место немножко, потому что сыпается на голову всякая дребедень. Будем тестировать сегодня паста со свинины, харчи. Так, значит, налить кипяток 200 мл пакет. Хорошо. Вода. Металлическая кружка.
Прошло у нас уже контрольных 10 минут, вода уже начинает постепенно закипать. В принципе, она уже мне подходит в таком состоянии, в котором она есть. Так, дальше пишут. Залейте кипяток 200 мл в пакет, перемешая состав. Закрыть застежку и подождите 10 минут. Хорошо. Смотрим. Какая-то вермишель с кусочками сушеного мяса. Пишут, что здесь лук сушеный, томаты. По запаху вкусно. Так, давай, кипяток. Прям в пакет. А, есть такой нюанс, как надо ставить его куда-нибудь. Но не в руках держать, потому что обжигает. Перемешать. И оставляем на 10 минут, чтобы готовилось. Значит, у нас прошло уже 10 минут. Пока на ощупь паста со свининой напоминает супчик. Посмотрю, что внутри. Вот. Внутри, значит, такая уже разбухшая, кстати, вермишель. На вид аппетитная. Ну, я все-таки люблю видеть, что ем, поэтому можно как вариант есть в этом прям пакете. Потому что здесь также написано, разогрел, приготовил и съел прям с пакета. Но я хочу увидеть, что это за блюдо, поэтому взял с собой тарелку. Восемьдесят грамм сухого веса плюс 200 грамм воды, полноценная порция. Ну, лапшу я узнал. Лук тоже. Мясо. Томат. В принципе, есть можно. В принципе, дегустация пасты со свининой удалась нам. Мы перекусили. Она своих денег стоит. Ну и в целом на порядок лучше, чем, допустим, тоже пюре. Более практично. Короче, если в двух словах, побывали мы в гостинице «Доступное жилье для одесситов» прошлого столетия. Посмотрели пару их комнат, коридоры, залы и так далее. Протестировали новое для нас блюдо. Это было лапша со свининой, походный вариант. Просто «Добавь воды» называется. Ну, в принципе, зашло на отлично. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждайте следующих выходов видео.